надежды. Неважно, каким будет исход. Для истории мы будем героями, сражавшимися... Я пробудился. Слева. Слева большой. Герои. Страх ваш самый опасный противник в этих проклятых залах. Скрепите свои сердца, и ваши души воссияют ярче тысячи солнца. Вот там пятна автоатаки, ДК. Разверни, разверни, сейчас текущим клеванет. Наш поход на цитадель ледяной короны начинается. Вы находитесь в самом сердце земель Плети. Здесь вас не защитит свет. Ничто вас. Как там бить надо? Две ЛП иронические? Да. В смысле, дар чумы. Две ЛП. Кровотвор, ЛП. Усиление иронического оружия и трезвое. То есть, кстати, удары смерти, кровавые удары не надо жать. Надо. Когда ЛП на КД, надо. Кто бы это как, кто протопал? А там вон по ХП посмотрю, четвертый хватит. Ну слева большого убили, зачем идти направо? Давайте фул зачистим. Все равно сейчас сагрят. Сломить его было очень трудно. И я подверг его душу ужасным мучениям. Он так долго сопротивлялся. Но вскоре он склонится перед своим королем. Я пока не могу прочитать. Никогда! Я никогда не буду служить тебе! Дайте, вы вообще гоните. В конце концов, вы будете служить мне. Блять, не успел. Сова. Чё? Прокопал, иди трэша. РВ, зовите это, а то он сейчас что там нафиг. Хантовский там еще. Давайте танки отворачиваем треугольник от рейда. Видите, треугольник. Ну... Вы что, решили реально весь трэш чистить или что, я не пойму. А здесь большого правую сторону сагрила сова какая-то, походу. Это все потому что танки. Нет, я налево пошел. Готовьте молот от последнего полету. Герои, мы Катя ходит АФК что? А? Так, кралька, идешь в ДЦ. Ладно. Потому что там. Ну, короче, ДЦ. На Сурка, наверное, еще поспехнешься. А я че, меня Катя зовут? Нет, Кралька, я сказал. Вот, мне что-то Катя называют. Не-не-не, пусть ДЦ будет. Не надо мне, блять. Упадете на ребле, упадете на леди. Я сейчас бегаю, посека стол протираю, это что-то липкий. Давайте, кто первый поставит знак проценты доллара, кидай по истерию. Thank you.
Пока никому. Никто не успел. Че, и сирене никому не надо? Ну, рога выиграл. А есть у кого фласка на танке? Никто не смеет входить в обитель господина. Ага, рекордов. Сейчас на сурке 300к будет, блядь. Адам Пес. Приложение. Давайте на сурке 350 сделаем. Та, снимите сзади шип. Беги, малышка, беги. Хоть бы я там сам себя бил. Сейчас на шипе сдохнуло. Да ладно, не повезло.
Очень плохо, что вы умираете. Беги, малышка, беги! Пиздим здесь по-тихому. Вам удалось сквозь пелену лжи разглядеть источник истинной силы! Посмотрите на свои руки, задумайтесь над нелепостью их строения. Кожа, мускулы, кровь, что пульсирует в жилах. Все это говорит о вашем несовершенстве, вашей слабости. Чем раньше вы осознаете собственную ущербность, тем скорее выберете иной путь. Ну там двое таких упало. Нет, там штаны, наручи, кольцо. Его сила не знает границ. Ничто не может сломить его. Кто откажется повиноваться, будет уничтожен. Тот же, кто будет служить ему верой и правдой, достигнет таких высот, о которых вы не в силах даже помыслить. Подожди, вы там еще штаны хотят, этот, которые с этого упали, с ребра. Каску по хантам дайте. Как вы смеете ступать в эти священные покои? Это место станет вашей могилой. Я освобождаю тебя от проклятия плоти, мой верный слуга. Бля, дайте только стану, что шоп на кого-нибудь.
Освобождаю тебя от проклятия плоти, мой верный слуга. Ты не в силах противиться моей воле! Так ты меня убила. Ёб твою мать. Патрика могут кас сбивать, который танчит? Ты не в сил противиться моей воле! Варя на ХП причисти. Варя, кричите на ХП. Маны. Нет, Морейн, наверное. Золотисто там очередь, капец, сколько большая. Если тебе несут список, все равно... Давай, я заберу. Ну, блин, у меня с этого свальки за репу, не знаю, мне кажется, это лучше будет. Он один рубит. Да не та, Петра, не держи. Пошлите справа бьем. Пошлите справа бьем, сейчас будет бот повеситься. Повеситься, если дракона привести, который дальше стоит. Небес. Там уже согрет. Быстрее на борт молота Оргрима. Вы че курите, пиздец? Если вы поспешите, то еще сможете его нагнать. На левый трэш пошли агрить.
Лево пошли, че? Там уже половина рейда. Ну да. Сколько же оленей в рейде, блядь. Квест хотим случайно. Подождите, не запускайте, а то вы без танка останетесь. Тебя закинет все равно на корабль, когда вылезешь. Что тебе нужно? Да не запускай, подожди. Дайте карту. Каску дайте. Воспряньте, сыны и дочери Орды! Сегодня мы будем биться со смертельным врагом Лактарагар. Оркрон, взлетаем. Вы видите, что это там вдалеке? Корабль Альянса! Все на палубу! Чё, как мне нужен корабль сейчас спустить? Сейчас вы ответите перед Саурфангом! Двигай свою калошу, не то вы её прямо в небо! О, хорош, я тут. Я прыгну. Пехота, сержанты! Я с Рангасом. Как насчёт на нашем корабле потанчи? Я же не пробовал. На него власть, не Анхоли, а Анхоли включен вместо льда. О, спасибо. Дай там касочку. 300 баллов, спасибо. Ты смеешь ступать на мой корабль? Нет.
Че, нет у него калош, что ли? Дай мне монету поносить на халяву. Рыбку. Присоединись ко мне, отец. Перейди на мою сторону, и вместе мы разрушим этот мир во имя плети и во славу короля Лича. Мы назвали его Дранош. На орочем это значит сердце Дренора. Я бы не позволил чернокнижникам забрать его. Он был бы в безопасности в Городаре под защитой старейшин. Я пообещал его матери, когда она умирала, что пройду через темный портал один. Неважно, умер бы я или выжил, мой сын остался бы цел и чист. Сегодня я исполню это обещание. Жалкий старик. Вы что ж, герои? Хотите узнать, сколь могущественна плеть? Давай, Сири. Ты на сколько рейдов? Мне наоборот повезло. А я не первый. Хороним тебя, как подобает, в Награнде, рядом с матерью и... Маус, бег. Да не, ничего.
Я по ребутну Вовку. Чувак, пока трышь, я тыкну 3 минуты, мне нужно срочно тыкнуть. Хорошо? Я релогнусь пока, надо Дондин включить. Это протокол. Леголас, посмотри, полученный урон, возможно, там есть. Да, по-моему. Паги на ходу вроде вообще не кастовали никогда, нет? Нет, там жимка, сколько ты секунд ты типа бегаешь и кастаешь. Почти всех классов. Ну, многих орда там сделал. Лока в Пангарии херенно было. Бегаешь, кастуешь вообще по барабану. Естественно. На минуту. Нет, вместо пета. Да. Вручную самонишь его.
Катя на БГ у Димона прохнет истребление, всем пизда нахуй. Кстати, будет у тебя уже 8, да? О, 8 дней уже, да? 1 сентября уже? Стаков. Дайте мазбаф и каску по роге. Забери больше. Залейте мне ману, пожалуйста. Что би? Дайте вы закапы на сову. Кто разрешил? Каушу.
Отличные новости, народ! Слизь снова потекла! Газ 3 секунды, 2 секунды, газ. Отличные новости, народ! Я починил трубы для подачи ядовитых... Беги, малышка, беги! Гниломорт сдох. Но есть и отличные новости. Он оставил море слизи, хоть плыви по ней в круизы. Ого, да я поэт. Потрясающе. Подожди. Нет, а у меня какой-то другой шип. У меня есть избавление от кошмара. Это хороший шип? Это король. Золотой. Нет. Обычное облако газа, только будьте осторожны, не такое уж оно и обычное. Мили. Как думаете, кто виноват, Лок или Кот? Заблевали Мелизону, да. Либо Кот слишком далеко стоял, либо Лок близко. Посмотри, Серж тоже не под боссом стоит.
Ревностный хильти протокол. Тапок. Да, конечно. Тухлопус, ты всегда был моим любимчиком, как и Гниломорт. Чтобы проверить, правду говорит он или нет, нужно посмотреть все его мувики. Канал такой-то, такой-то. Слава Бусика. Я люблю Бусика, чай ребенку. Это надо? Может, это бис на хило? Нет, ну что? Угу. Петр. Весь, да?
Фига его было замедлять. Ретаргет красного, ретаргет красного. Что-то я ничего не чувствую. Что? Это еще откуда? Че, красный будет, туда не видит. Сейчас оставь колбу, а потом иди к зеленому. Стоим! Сейчас колбы будут. На вкус как вишенка. Ой, извините. Я пока не Так. Дебафа нету этого дивана. Угу. Слава, я ты тут чай на тебе не налила.
Давай мне, я заберу. Копилочку подержи. Все равно это дичь. Еще не готово. Надо подождать. Не достаю. Респекти. Так маги могут делать. Паладины могут диспелить магию. Кресты. Там только маг с диспелом снимается. Только кристалли. А что ты мне сказал контроль, я забыла? Там все равно никого не снят, не станет. Один еще в контроле был. Один еще в контроле был, все. Так я танк. Я танк, я и дарал мазу. Ничего. Синба.
Слава, тут вход есть. Хуеть. А, ты же это, вместо Багельфа, да? Вперед. Ну, типа да, если он там это. Согласен? Да. Но я не могу обещать, что я на хул пойду. Ну, то есть... Да. Но у Джеза опять нету власти льда. На нем мобы не висят. Но теперь есть. Да не менял, не знаю, казак сменился. На фонаре у меня не стоит. Видимо, когда бежал, сменялся. До сих пор не наигрался, что власти. Недавно ДКшка появилась. Да, это не мой ДК. Давай попробуй, пули. ШП, дайте защиту. Кралька родная, дай защиту от тьмы. Подожди. Срочно АПК 30 секунд. Каску дай. Думали, что одолеют. Сиди 3 секунды на это, на агрит. Лапы. Ну хан тебе 2 на пул, в толдора он даст там через киллшот нормально напугается. А бы тебе Валанара напули. Тоже под кливом. Слава, слышишь? Го зайду после принцов на место Багельфа. Прольется кровь.
Увидишь? Восемь боссов прошли, осталось четыре. Короче, раздай лутом, потом тебе объясню. Сука, танчите, танчите, хильте в смысле. Ну и ты не прав, и он не прав. Один напишет, когда другой лут раздает. Потом обижается то, что не читает. А другой не читает. Типа вообще. Эрбен.
Давайте ждем остальных. Не иди, золотистые. Надо, чтоб контролили. Ну да, это ДК танк сказал. Да. Да хуй ты знаешь, что ты нахуй послал. Я же сказал, что знаю, что там. Я делики делаю вообще, не так. Так гнали, блядь, ну ёпта, блядь.